Клематис Андромеда. Белые красивые цветки. Клематис Дочис оф Албани. Здесь я посадила его вместе с канадской розой, и клематис плотно обвил розу и цветет прямо на ней. Зацвели молодые посадки клематисов. Это клематисы второй год у меня растут, цветут. Они еще, конечно, не очень большие, не очень высокие. Вот такой опоры, 1–1,20 м, им достаточно. На следующий год, на третий и последующий, это будут мощные, высокорослые растения. И нужно будет предусмотреть им более высокую и крепкую опору. Вот они, мои красавицы, зацветают. Видите, сколько бутонов, сколько цветов. И уже явно этой опоры им становится мало. На следующий год я обязательно сделаю что-то для них более высокое. Попробуйте использовать как живую опору яблоню или какие-то кустарники. Например, те же розы. Когда зацветут клематисы на яблоне, я покажу вам обязательно. Я думаю, что это будет очень красиво. В этом году этой высоты яблони Аркаим вполне хватит для этого клематиса.